Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Ягуд в Америке на моем канале. Сегодня я покажу вам три вещички, которые есть в наличии. Я вчера была в магазине Dillard's, и там скидка 65%. Я нафотографировала и в телеграм-канал выложила. Те, кто успел, сразу написали мне, и несколько сумочек забрали. Я не успевала их туда выкладывать и сразу удалять. Поэтому, те, кто не подписан на телеграм-канал, исправьте эту ошибку. Есть в первом комментарии ссылка на телеграм-канал и в описании к ролику, где есть все основные сайты и мои условия, как я для вас это все выкупаю. А у нас осталось три вещички выкупленных на 65%. Сейчас я их вам поближе покажу. И кое-что еще осталось. Сумочки Patricia Nash. Беленькие две штучки, точно помню. В общем, в телеграм-канал зайдите, посмотрите, что там вчера было. А сегодня там Мариночка выложила такой классный пуховик Тахари. Если бы я жила где-то в другом штате, где у нас было бы холодно, все-таки у нас зима такая очень щадящая, то он просто был бы необходим. Зайдите, посмотрите, пуховик обалденный, $420 стоил. Он прям конфеточка, длинный-длинный, цвета есть, размеры есть. А сейчас 146, был 420, сейчас 146. Но я думаю, что там эта экстра скидка, она ненадолго. Поэтому зайдите, посмотрите, напишите мне, я вам все закажу. А я перехожу к трем вещичкам с Dillard's, которые на скидке в 65%. Вот такая сумочка, она же кошелечек, она же рислет, она же косметичка, все, что хотите. Стоила $275, я ее выкупила для вас за $96. Это хамик, вот такая вот мягкая, приятная кожа, вот такая вот зернистая. Смотрите, чем она хороша. Карман для телефона, пожалуйста, есть. Так, второй телефон не принесла я, чтобы вложить, показать вам, что он сюда поместится. Впереди кармашек на замочке есть. Я ее еще даже не открывала. Вот, вот такая вот красивая красная подкладка. И основной отдел тоже под замочком. И посмотрите, у нее вот здесь вот два таких вот полуколечка. Два крепления для длинного ремня. И внутри у нее, естественно, этот длинный ремень находится. Так, ну, хамик мы все с вами знаем. Пыльничек, естественно, есть. Вот такая вот эта сумочка внутри. То есть положить, например, паспорт, кошелек внутрь и телефон здесь снаружи, ну, просто замечательная идея. И будете довольны этой сумочкой, невесомой такой, ничего не весящей, очень маленькой, аккуратненькой и очень приятной на ощупь шикарного бренда. Так, внутри только слоты под карточки есть, и то только один. Вот документик у него сейчас вставлен, но замочков тут нет. Кармашков, так сказать, под замочками и так достаточно. То есть вот этот еще есть кармашек. Ручка регулируется. Вот сейчас не на самую длинную. Ну, понятно, что вы можете одеть ее на себя, как вам там захочется. Хотите подлиннее, сделайте подлиннее, хотите покороче. Вот, вот такая вот сумочка в наличии у меня есть. Так, 96-25. Это я вам сказала. Еще одна сумочка Хамит. Тоже кроссбоди, но уже вот с таким вот ремнем. Это кожаный ремень. Тоже вот он регулируется. То есть можно его сделать длиннее. Перетянуть вот эту вот застежку там, куда вам будет удобно. Не буду сейчас ее перетягивать. То есть тоже ее вы сможете под себя отрегулировать. А, ремень прикрепляется на карабинчиках. А вот этот карабинчик, кстати, вот это колечко, оно тоже отстегивается должно. А, нет, это оно просто так. Нет, должно нажиматься. Нет, это просто оно так красиво здесь. Мне казалось, что просто шурупчики так сделаны красиво. Так, а здесь карабинчик вот такой. Итак, рассмотрим ее. Карман на задней стеночке. Очень вместительный. Телефон поместится сюда. Вот так вот он здесь. Дополнительно, как накладной, что ли, получается. Вот такая вот красивая бороздочка, там красная замша выглядывает. Сверху у нее клапан такой под магнитиком.
Да, еще и замочек тоже есть. Защищает эту сумочку еще и замочек сверху. Внутри, как и у предыдущей, только один слот под карточку. Вот такая вот эта красоточка. Ну, пыльничек уже не буду вам разворачивать. По цене. Ну, очень интересная сумочка. Кожа приятная, неимоверно. Давайте по цене посмотрим. 173,25. Стоила она $495. В других цветах они такие же есть. То есть больше такой скидки не будет. 173,25. Ну, не будет, как не будет. На эту сумочку не будет. Так, пыльничек нужно сюда положить сразу. И одна маленькая Кати от Брамен. Цвет жареного ореха. Вот такая вот красотка. Я вам на нее обзор наверняка делала. Если не делала, то вот считайте, что это обзор на Кати. Так, $195 она стоила. Сейчас, вот посмотрите, какая цена. Вот 68,25. Кто давно мечтал сумку Брамен? Почему не подписаны на телеграм-канал и почему вы ее еще не забрали? То есть все остальные сумочки, которые я показала, их разобрали. А если кто-то хочет, чтобы я для вас прикупила сумку, потому что я посмотрела, но список такой большой. Я одной девочке написала, что скидки я выставила, второй написала, а потом думаю, ну что я буду ждать, девчонки. Я в телеграм-канал все выкладываю. Если вы заинтересованы купить шикарную сумку со скидкой в 65%, ну, заходите, посматривайте туда. Там иногда что-то появляется. Итак, вот это Кати. Сейчас я немного вынуть. Так, ну тоже, соответственно, пыльничек есть. Накладной кармашек. Это какая стеночка? Передняя получается. Зачем я сюда раскочила? Вот такой один небольшой под ручку. И кармашек на замочке, на задней стеночке. Вот такой вот вместительный. Почти во всю ширину. И красивая подкладка Брамен. Все такая расписная Брамен, Брамен. Так, ручки, естественно, регулируются. Все я вам сказала. Сейчас оставлю в Знаете, что подпишу, прежде чем писать мне, потому что я думаю, что вот эту сумочку сейчас много народу захочет, а ее уже заберут. Я сразу вот в описании, где идет у меня, я напишу: первая сумочка в наличии, вторая в наличии, третья Брамен в наличии. И вы зайдите, посмотрите, потому что какую-то сейчас сразу заберут, я там буду писать, что забрали, 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 чтобы лишнее уже вам там не ждать от меня ответы. Потому что я сейчас буду рулить и не сразу буду вам отвечать. А я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и своих близких. Всем всего доброго. Пока-пока.